Мы супер мантики! Люблю! Йоу! Ура! Саня! На острове дом наш среди океана. Все гладко вокруг, как и чувства спокойные. Но мы это знаем! Наши чувства как полные! Сразу в болото! А ты не лени попадешь, если все, неохота! Как же вернуться? Вперед, не сдаваться! Чувства принять и в них разобраться! Фух, и ты дома! А если не можешь, друзья будут рядом, Клариса поможет! Мы зовемся мультики, нас много в этом мире! Саня! Рэй! Блю! А это, кстати, Филя! Притягивают нас приключения! Спешу на помощь. Давай, чинись! Ты мне так нужна! Дел вон сколько! Рэй, ты не забыл, что у нас скоро гонки? Я уже приз слепила. А точно! Мне же надо построить трассу! Ого! Дрессировка страхов, тренировки, посидеть с Пилей. А вот и гонки! Так много всего! Может, тебе помочь? Не надо, я сам. Вот только палку починю. А это к Блюму. Да ну, я справлюсь. Ну, как хочешь. Сэмик, поможешь с самокатом? Хочу прикрутить к нему пару лампочек. Ну что, начинаем занятие. Сидеть. Да что ж такое? Рэй, у тебя все в порядке? Просто отлично. А что, уже пора присмотреть за Пилей? Да, но если некогда, тогда я все отменю. Нет, нет, обещал, значит, сделаю. Ну, хорошо. Пиле надо будет покормить и уложить спать. Веди себя хорошо. Без проблем, я справлюсь. Спасибо, ты лучше всех. Пиля! Пиля! Пиля, стой! Пиля! Так, список дел стал только больше. И гонки! Я совсем забыл про трассу! Рэй, может, стоит попросить друзей о помощи? Нет, я все сделаю сам, только попозже. Я знаю, тебе нелегко, но чтобы совсем разобраться, придется телепортироваться. Я осмотрел академию, крышу и поляну грусти. Рэя нигде нет. На террасе и в кухне тоже? Я весь остров облетела, как сквозь землю провалился. Боюсь, что Рэй отправился в пустыню лени. Лени? Но Рэй совсем не ленивый. Даже наоборот, у него дел не в проворот. В этом-то и проблема. Рэй взял на себя слишком много и не справился в одиночку. Поэтому все отложил на потом. Как же ему помочь? Идея! Для начала Рэю нужно сосредоточиться на чем-то одном. Сейчас я немножко отдохну и все сделаю. Рэй, помоги! На нас напал новый страх! Что? Я сейчас! Где моя палка? Я же ее не починил и трассу не построил. Я сейчас, я все сделаю попозже. Сэмми, ты здесь? Она работает? Ты что, попросил Блюма ее починить? Спасибо тебе! Одной проблемой меньше! Ха! Ой, так гораздо лучше! Я думал, помощи просить стыдно, но иногда без нее совсем никак. Сэмик, спасибо, что помог Рэю понять, что если не справляешься в одиночку, не страшно просить о помощи. Я отправляю вас домой.
Ага! Где тут ваш новый страх? Рэй, тут такое дело... Он не настоящий. Мы хотели, чтобы ты выбрал одно важное дело и довел его до конца. Такое дело есть, только я один не справлюсь. Поможете мне построить гоночную трассу? Конечно! Потому что мы монсики! Вот это правильно, Сэмик. Перед работой обязательно надо подкрепиться. Ой! Без паники! Беру его на себя! Оп, оп, опа! Пилечка! Еще одно дело сделано. Сегодня можно не тренироваться. Мансай! Откуда ни возьмись. Ну что, начинаем? Чур я бросаю мяч. Я! Молодец, Саня! Рэй, лови! Посторонись! Блюм, не стой! Блюм, ты должен стоять здесь! Саня, ты что-то раскомандовалась? Так давайте играть дальше! Почему все остановились? Что-то расхотелось. Мне такие игры не нравятся. Лучше займусь другими делами. Я давно обещал Блюму построить вышку для наблюдений за океаном. А мы тебе поможем. Но мы не закончили! Вернитесь! Может, в другой раз. Ха! Ну и ладно! А я тогда нарисую себе друга, который будет делать то, что я хочу. Какой ты смешной, Сэмик. А еще ты должен бегать, прыгать и летать. Так, добавим суперскорости. Готово. Сейчас будешь со мной играть. Ой. Ты где? Ко мне? Сэмик, постой! Лола, Блюм, Рэй, вы должны мне помочь. Сэмик сбежал, улетел или упрыгал. Сэмик? Да, Сэмик, мой новый друг. Бросайте все дела и помогите мне. Я хочу с ним играть прямо сейчас. Саня, ты опять командуешь. Нам это не нравится. Смотрите, вот он! Сэмик, стой! Не хочет со мной играть. Саня, похоже, тебе предстоит попасть на остров уныния. Телепортация. Что с тобой, Саня? Никто не делает то, что я говорю. Даже Сэмик. Саня, но ты не просто говоришь. Ты приказываешь. А друзьями не командуют, их просят. Бррр, ну и погодка. Ой, вот бы мне сейчас кто-нибудь помог. Помогите! Пожалуйста!
большое спасибо. Сколько всего у тебя в сумке помещается? Сэмик, а ну-ка лови! Ой, поиграй со мной, пожалуйста. Саня, вот видишь, стоило только перестать командовать. Возьми Сэмика за лапу, вы возвращаетесь домой. Ух ты! Красота! Друзья, простите, что я так себя вела. Больше не буду командовать. Обещаю. Здорово, что ты это поняла, Саня. Познакомишь нас со своим новым другом? Это Сэмик. Он очень быстрый. А еще у него классная сумка, в которой есть все, что только пожелаешь. Класс! Приятно познакомиться, Сэмик. Давайте устроим пикник. У Сэмика с собой много всего вкусного. Похоже, вышка для наблюдений превратилась в домик для Сэмика. Мансай! Любознательность. А снежинка... А снежинка, вот какие новогодние сугробы! Ой, не получится из-за любопытного Пили! Проверим, работает или нет. Работает. А кое-кто работать мешает. Праздник завтра, но мы готовы к нему уже сегодня. Давайте познакомимся. Давайте, я Саня. А эта ель сразу нарядная. Растет сразу с игрушками. Итак, мы стоим на пороге. Эй, подвиньтесь! Я тоже хочу стоять на пороге. Тихо. Стоим на пороге открытия нового слова в науке. Похоже, твоя ель сама собирается и сама разбирается. Или не сама. Пиля, вечно ты лезешь, куда не просят. Лола, успокойся. Вырастешь новое дерево. Кому расслаблюмчики? Да какие теперь расслаблюмчики? Я целый месяц эту елку выращивала. К Новому году. А теперь из-за Пили все без праздника остались. Может, что-то еще можно сделать? Да уж, наломал Пиля дров. Это уже не оживить. Конечно, оживить! Моими волшебными красками! Делов-то! Сейчас я запросто эту вашу елку нарисую! Ой, пустая! А бывают голубые ели? Или желтые? Что желтый, что синий, уже фиолетово. Праздник не придет. А вот и придет. Сделай праздник себе сам. Нарядись и сияй. Елка блюм пришел. Что-то я запутался. Ай, да блюм молодец. Где начало, где конец? Пиля, опять? Пиля, а ну-ка иди сюда. Пиля, стоять. Пропал наш праздник. Ни елки, ни угощений. Девочки, я угощаю всем грустной воды. Даже Пили. Пиль-пиль-пиль. Да не бойся, выходи. Ему не наливать. Он и так нализался уже. Красок моих. Пиля, на. Впервые вижу, чтобы Пиля отказывался поесть или попить. Он в порядке? Это мы не в порядке, а он притворяется. Вот смотрите. Вот. Так. Вот так.
Эх, Пиля, Пиля, всюду ты влез, все испортил. Дерево, праздник, краски. Ой, но когда ты такой грустный, то портится вся моя жизнь. А чтоб жизнь не портилась, надо уметь прощать друзей. Да. Если б ты не совал всюду свой нос. О! Если б не твоя дикая любознательность, мы бы не сделали открытие. Желтый плюс синий равно зеленый. У нас будет ёлка! Бонсай! Эй! Яп! Так. Вот так. Красивая ель получилась. Не хуже моей. Только звезды на макушке не хватает. Кто хочет быть звездой, а? Ну, иди сюда, любознательный ты наш. Оп! С Новым годом! Поиграй со мной. Лола, давай поиграем в слонов. Попозже, Саня. Мне нужно полить деревья. Хотя, если ты поможешь мне, я смогу немного поиграть. Ага. Сможешь отнести ведра вниз в кладовку, а я пока схожу за водой. Запросто! Пока я дойду до кладовки, весь день пройдет. Идея! Готово! Знаете, кто у нас лучше всех прыгает? Я и вас научу. Лев! Настоящему профи он мне нужен. Вау! Кто выключил свет? Я в порядке. Ой, Саня, ты так быстро отнесла ведра в кладовку. Ты телепортировалась, что ли? Нет, я придумала, как это сделать быстрее. Поиграем? Лола, это еще что за гирлянда? Простите меня, я очень хотела поиграть, а кладовка далеко. Я сейчас отнесу, а потом мы поиграем. Лучше я сама их отнесу. Саня, подождешь? Ждать? Рэй, а ты поиграешь со мной? Не могу пока, Саня. Но у меня тут это... Тренировка! Ну, ладно. Блюм, опять телескоп собираешь? Давай я тебе помогу, а потом сыграем слонов. Только аккуратнее, линзы очень хрупкие. Не переживай. Я спец по стеклам, будут как новенькие. Спасибо, Саня, дальше я сам. А поиграть? Ты же обещал. Подожди чуть-чуть. Но так нечестно. Саня, я вижу, ты обиделась. Со мной никто не хочет играть. Все очень заняты. Так может, стоит подождать, пока друзья освободятся? Ну это так долго! А я хочу сейчас! Ну что, сыграем? Саня! Вот ты и попала в обидный лес. Ну и пожалуйста! Они играть не хотят, а в лес меня телепортировала. Настоящие друзья бросили бы свои дела ради тебя. Я же им помогала! Они обещали поиграть. Ты для них все делала, а они для тебя ничего. Вот именно. Никто со мной не играл. И не будут. Они тебе не друзья. Ой, муха-обидуха, тебя что, тоже обидели? Ты застряла? Помоги мне, а потом я с тобой сыграю. А потом ты скажешь, что тоже занята. Я поиграю, обещаю. Мне надо подумать. Давай быстрее, я не могу ждать.
Потерпи немного. Мне надо придумать, как тебя вытащить. Я не могла быстрее. Мне нужно было время подумать. И ведь мои друзья тоже просили подождать. Да, Саня, им тоже нужно было время. Неправда. Друзья просто не хотели с тобой играть. Нет, они обещали поиграть, когда закончат свои дела. А я не хотела ждать и обиделась. Кажется, пора домой, Саня. И как нам найти Саню? А я уже здесь. Саня, ты вернулась! Все в порядке? Сейчас да, но тогда я обиделась, потому что думала, что вы не хотели со мной играть. Мы всегда рады поиграть с тобой, когда не заняты. Получилось! Так, тренировка закончена. Во что ты хотела поиграть, Саня? Слонов. Можно мне с вами? Как я рада, что мы снова вместе! Потому что мы... Монсики! Олени лени. Когда от лени я бессилен, когда в дремоту погружен, придет ко мне олень Василий и молча скажет... Вот же он! Ну, твой Василий! А, точно! И молча скажет, вот же он! Когда от лени... О, на диване лежу и хочется лежать, придется мне оленю Ване копыта стройное пожать. Ваня, беги к Василию! Когда не лезут в рот пельмени под тяжестью бытия, несут меня олени-лени с собой в далекие края. Это куда? В пустыню лени, что ли? В топ поэтического конкурса. Ай да Блюм, ай да гений. Я бездарность. Как я мог посягнуть? Как моя рука поднялась? Как? Что это с ним? Не знаю. Эй, Блюм, ты чего? Мои стихи, они ужасны. И запятые не там. Я их отослал, и все. Эх. Тебе срочно нужны расслаблюмчики. Кто же мне их выдаст? Сам себе, что ли? Чтение стихов начнется через 20 минут. Что это? Я поставил будильник. Позор близок! Телепортация в пещеры страха. Не надо! Держись, Блюм, мы тебе поможем. Держусь из последних сил. Ой, немного полегчало. Это утешительные колокольцы. Их аромат успокаивает. Я хотел про цветы писать, а написал про оленей. Эх! Надувай шарик, это успокаивает. А теперь, внимание! Веселое представление! Опа! Чтение стихов начнется через 10 минут. Подключите этот будильник! Не могу! Я пропущу начало! До начала пойти! Так, хватит нервничать! Прогуляемся! Куда? Куда это мы идем? И погоняем страхи! И что так не успокаивает? В пещеры страха? Я не хочу! И я не готов! Телепортация в пещеру страха! Ну, ры! Я этого не хотел! Еще и это! За что? Я хочу домой! Хочешь знать, что такое дом? Дом – это место, где ты спокоен. Но бывают такие дни, что ты нигде не спокоен, как сегодня. Думаешь? А ты умный. Как тебя зовут? Блюм, держись! Это страх провала! Он не любит полиновый лист. Слева растет. Делай веник и отбивайся! А ведь ты прав.
Я боялся заранее. А все может быть очень даже неплохо. Страху конец. Монтик молодец. Плюм! Не испугался! Мы объявим победителей после музыкальной паузы. Плюм! Я не хочу это слышать. Притяжение пещеры страхов. Как я мог туда сунуться? Чем я думал? Отменяется. Злишься на себя. Пора на зло вулкан. Плюм, успокойся. Еще ничего не случилось. Куда мне до них, настоящих поэтов? Отменяется. Телепортация на болото зависти. Кто же это? Держите его! Держите его! А, оказывается, дружеские обнимашки ничуть не хуже расслаблюмчиков. А теперь специальный приз. Жюри отметила одну строчку стихотворения Блюма «Олени Лени» и добавила баллы за живую иллюстрацию из «Оленей и пельменей». Вы это слышали? Они оценили мою строчку! Целую строчку! И моих оленей! Блюм проходит во второй тур нашего конкурса! Опять волноваться? Ну нет! Блюм, мы тебя верим! Ты можешь! Спасибо! Но вы это, сразу меня обнимаете! Начинайте прямо с утра! Ага! Договорились! Заметано! Новогодний колючкус. Пиля, Муля, ничего не берите со стола, пока все не соберутся. А где Рэй? Он полдня отважно бездельничал, чтобы попасть в пустыню Лени и добыть новогодний колючкус. Я уже здесь. Рэй, держись! Ой, да что ж такое? Ай! Вот это колючкус! Спасибо, Рэй! Я и забыл, что он такой тяжелый, еле дотащил. Он так красиво цветет. Но только один раз, в Новый год. Скорей бы увидеть! Спасибо тебе, Рэй! А вы тут чем занимались? Это что, все украшения? Как-то маловато. Мы старались, между прочим. Мог бы и поблагодарить. Только давайте не будем ссориться. Лучше нарядим колючкус. Вот так. И так. Рэй, ты был занят, и я сделала несколько игрушек специально для тебя. Всего три. Ну, извини, больше не успела. Да что это с Рэем? Забыл слово спасибо? Он сегодня колючий, как этот колючкус. Готово. Можем садиться за стол. Пирог просто объеденье. Спасибо, Лола. На здоровье. Саня, спасибо за фруктовый салат. Блюму за лимонад. Что вы, его легко готовить. Что? Рэй, а ты ничего не хочешь сказать? Ну, неплохо, есть можно. А как насчет спасибо за угощение? Эх, да зачем нужно это спасибо? Его говорить только время зря тратить. Ну, приготовили вы еды, украсили остров, что тут такого? Рэй, похоже, ты не понял кое-что важное. И разобраться тебе поможет только Почемучкин лабиринт. Эй! Телепортация. Эй, я что, один Новый год отмечать буду? Ребята, вы тут? Я хочу к вам. Да! Ай! Это несправедливо. Я тоже заслужил праздник. Конечно, заслужил. Ты ведь добыл редкий и очень красивый колючкус. Без украшений он не такой уж красивый. Да. Твои друзья хорошо потрудились. А я-то думал, что принести колючку – это самое сложное. Еще дверь. Никаких угощений. Да, зря я не ценил старания Сани, Блюма и Лолы. Эй! Да. Как
же здесь уныло и скучно. Не то, что на острове Гармонии. Там был настоящий праздник, а я за него никому не сказал спасибо. Рэй, сделать это никогда не поздно. Саня, Лола, Блюм, спасибо вам за праздник. Ух ты! Спасибо не зря называют волшебным словом. С ним все вокруг становится добрее и радостнее. Я понял. Спасибо, как подарок в ответ на заботу и помощь. А подарки приятно и дарить, и получать. Верно, Рэй. Клариса, спасибо, что помогла разобраться. Всегда рада помочь. Телепортация на остров Гармонии. Рэй вернулся. Нам совсем не хотелось отмечать Новый год без тебя. И без вас праздник не праздник. Спасибо за украшения и за вкусности. И что вытащили из меня колючки. Это чудо! Не могу поверить. Я тоже. Наконец-то Рэй Колючкус доброе слово сказал. Я про новогодний Колючкус. Он зацвел. Ого! Это значит, что пора праздновать Новый год! Новый год! Лучший праздник!